Так, ну что ж, здорово. Здорово. Я также все дальше путешествую. Теперь я хочу... Цифровой магазин регалий? Чё, серьёзно? Ну, степовую... В запасах. Стройство позволяет слушать музыку, когда вы идете пешком. Чтобы включить его, нажмите Alt, находясь в открытом мире. Нахуя. Так, теперь. Нет кинокарт. Я хочу. Вот сюда. В лагерь. Все готовы? Ага, да, давай. Точно. Че там отныне с музычкой? Да, вот зачем здесь это? Можно было хотя бы свою музыку вставлять. Пройдемся для разнообразия. Охуеть. Устроим здесь лагерь? Да. Я уже отрубаюсь. Все равно сначала нужно поесть. Что ты нам можешь приготовить? Гадость, салат.
Так. А, Игни? Блин, гладиолус почти увеличил. Сука. Страшно. Пора идти. Точно. Зачем мне на планету нажать? Прогуляемся. Тут доехать надо было. Вообще ничего. Че пром-то не орёт? Прогулочка. Сейчас не вовремя! Рука дрогнула. Да пошел ты. Я буду сейчас как охотник. Здесь очень мило. Ага. Ну, в принципе, зато прогулочка. Магитех двигатель. Совсем близко. Придурки конченые. Это то, о чем я думаю! Помоги! Все кончено! Осторожнее! Не попадите туда! Ты тоже. Так, Нюрк. Ну, крыша поехала. Просто в голове помутилось. Нет, нет! Почаще такой устал. Как скажешь. А где же Ром с Дейвоном? Ясно? Yeah.
Делайте кипучесть люди. Это грозный противник. Может, на него не назначили бы награду. Ни хера он. Быстро лечи. Да ты, блядь, издевайся надо мной. Один неверный шаг на выход. Только не раскисай! Но! Враг значительно сильнее нас, давай отступим! Нет, одного загасили. Загасим этих. Я разберусь! Не вниз! Будем из этого плака! Ночь выехать! Вот он оглушен, давайте ебашь, ебашь. Просто слетел с катушки. Просто. Где он? Ты заебал. Я сейчас. Да блять. Просто. Ничего не делай, просто. До меня Шикар. Только что дошло! Это же прямо как в Королевском рыцаре! А? Мы не совсем как его персонажи! Тогда я должен быть персонажем 5-го уровня. Ну уж нет. Это я тут редкий персонаж. Это мы нашли то, что я. Проклятие! Да ёбаный ты просто! Сколько не умирай! Вернуться! Как остановка? Боли! Ничего не было! Хо-хо-хо! Вы посмотрите на него! Ты удивлен? Пам-пам-пам-пам-пам-парам! Какой ты довольный. Так, ну побегать все равно придется, побегать придется уж, потому что за это опыта дадут. Забегать, ну. Прекрасный день. Сто пудов. Конечно, мог использовать быструю телепортацию, но зачем, когда я могу одновременно себе опыта набить за прогулки? То есть, когда я уже прокачаю эту функцию, конечно, я ее пользуюсь.
Точнее, мне уже не надо будет, и поэтому я смогу рез, ну, смело телепортироваться постоянно. А на данный момент мне все-таки лучше побегать. Тактический режим. Место заданий. Так. Я уже здесь, да? Ок. Есть типа там усиление. Так, о. Защита. Чего тебе? Ты это что? Пьял? Полагаю, да? Кто ты? И куда ты дел Игги? А вот и не скажу. Ты что, сдурел? Нокт, хватит! Так ведь и убить можно! Деньги, деньги, дриби-деньги! Магитех, двигатель! Совсем близко! Охота начинается! Осторожно. Сам знаешь. Да, долой! Ровно, действуй! Это будем играть по плацу! Как тебе это? Да, блядь. Да, вот что там. Ромка, мне нужна помощь! Да, сэр! Получай!
блядь! Нет, нет. Как-то чуть не получается. Да, блядь. Жаль. Ты не один такой. Но тут либо убиваешь ты, либо тебя. Лично мне первый в... Так. И... какое здание? А вот она тут пожала. Тоже как бы рядом, да? Чант нравится больше. Что мы врубим? Это что ты так обозвал? Лучше что-нибудь более благозвучное. Чего сейчас? Например, перекрестную цепь. Пусть будет. И ты туда же. Че ты? Сука. Магитех двигатель. Совсем близко. Да и ладно, насрать. Так, скорпион, да? Парни, у нас тут проблемка. Круто. Мы так не договаривались! О-о-о-о! Тебе конец! Получа! Никакой пощады! Эй, понял! Окей!
одну хуйню, блядь, задрочили толпой. Какого хуя вытащили? Воу-воу! Хуя! Я приятно удивлен. Что тут я? Давай, ебашка. Знал, что ты поможешь. Вообще жарко. Женщина это странно. Разъебень. Все, у меня больше нет сил. Так, теперь надо возвращаться к машине. Но! Сверху! Так. Снаряжение, ногти. Так, магия. Клинок мистика. Так, вот клинок мистика можно. Меч гиганта. Отцовский меч.
Какой был шашлык в ресторане? Да. Вернемся, еще его возьмем. Ого! Магитех двигатель. Совсем близко. Че я не умею? Не забывай. Не просто нас бояться. Легче не было. Вперед. Ага. Так, мне еще надо к Синге. Установить запчасти, детали. Я мог бы так доехать. Может, отдохнем? Кто хочет перекусить? Сейчас и поопаснее штуки есть. Привет. Эй, вы уцелели? Да, давай в 6-й ранг. Отлично. А, нет, только 40. А я думал, будет повышаться вот это вот количество. Не 40 набрать, а больше. Оказывается, нет. Только 40. Эй, вы уцелели? Проголодались, ребята? Как думаете, справитесь? Осторожнее. Так вкусно пахнет. Как дела? Спасибо. До встречи! Давай, давай. Так, теперь куда мне? Парковки. Молот. Нет, так да и. Все готовы? Ага.
Слушай, Нок! Да? Я очень-очень устал. Может, нам пора отправиться в гостиницу? Едем дальше. Не до отдыха. Едем дальше. Когда же это кончится? Мне нужно поспать. Как будто ты в машине не спишь. Это совсем другое дело. Отлично. Вы делали, что спали? Солнце зашло. Полагаю, уже пора подумать о том, где мы остановимся на ночлег. Не возражаю. Может, остановимся на минутку? Да, у меня в горле пересохло. Похоже, это повод зайти в кафе. Похоже, это пустая трата времени и денег. Нужно пополнить запас лекарственных средств. Понял. Пошли в магазин. И я тоже! Давай с нами! Взгляните на товары. Хуйня. Ты хуйня. Заходите. И нахуй, хуйня. А. Хуй, Иисус. Странно. И не. Поздравь себя с удачей. У меня есть кое-что особенное. Что же? Что будем заказывать? Какой цвет покрасить? А как насчет обивки салона? А, сейчас найдем что-нибудь. А с колесами что делаем? Смотри, вот что я могу сделать. Наклеивать что-нибудь будем? Что выберешь? Будем ли что-нибудь улучшать? Так, турбокомпрессор. Так, магнитный генератор. Топливо. Супергидрофобное покрытие.
Выхлопная труба. Ну как? Подождите немного. Ну как, нравится? Да темно вообще не по ней. Все как заказывали. Рассматривайте, выбирайте. Благодарю вас. Заходите еще. Сыты? Чем я могу помочь? Эти мерзавцы намного крови попортили. Давай. Благодарю. Бывайте. Здесь лагерь есть. Пошли! Погнали. Покеда, тормоз! Добрались. Так. Я весь липкий и грязный. Будем купаться! Где, блядь? Теперь. Так. Бы пожрать такого. Да. Фабрику, да, что дать? Жрите, давайте. Так, где у нас есть? И рыбу, блять, ловить. Пиздос, пиздос.
Какое же это очарование! Они повсюду. Его селфи повсюду. Неуютно тут, в Империи. А вот это неплохая. Я знаю, мне тоже нравится. Да ты заебал, ты везде, блядь, одно и то же делаешь. Кофе, мразь, блядь. Как она это делает? Где, кто? Амбадеиды? Джентяны, да? Ну я ее не вижу и нахуй. Так, ну что? Я готов идти. Я еще не проснулся. Один килом... Ладно. В Павлике доедем. Здесь очень мило. Ага. Не отставай. Спасибо, что подвез. До встречи. Большая зверюга. Будет весело. Надеюсь, не тем, кто здесь отдыхает. Полагаю, он
чаще такое устраивает. Как скажешь. Я не понял. Чё он? Потратили все силы. Вы можете этим гордиться. Сил не осталось. Огромный мохнатый ров. Легче. Кёрл накапливает электрический заряд. Если он сидит на заднем плане, держись подальше. А не то что, помрешь. Ого, но! Какая свирепая кошечка! Сей толпой вот в финале. Кисенька. Так. Где мой Павлик? Павлуша, вон он. Он наложил на меня два эффекта, да? Пошли! На месте. Когда рядом есть люди, это успокаивает. Что здесь у нас?
Как дела? Спасибо! Увидимся! Что бы вы хотели на этот раз? Отстой, стой, 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 стой. Ты дерьмо. До встречи. Так, что там у нас? Приемы. Приемы, 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 приемы. Нихуя. Триста. Так, что-то. Пашкино оружие, да? Заклинание цели. Оружие. Чем стоит 48, 99, 72. Это что у нас? Магия, да? Нихуя тут. О, ебать, тут нахуй, что все прокачать надо. Пиздец. Так, это что у нас? Население, население. 48, что тут? 48. Приемы. Ах ты, сука! Вот почему я не могу. У меня просто не включена способность, что ли? Или как?
сука. Полегче. Спасибо, что подвез. Да, блядь. Так, кнопка. Сейчас попробуем. Пора. Я поеду вперед! Как собака. Пора как следует отдохнуть. Да блять, да ебаный ты. Я устал как собака. Не, в принципе, прикольно было. То есть вот почему я не мог переключаться. Потому что у меня тупо нету этой способности. Теперь понятно. Где этот чекобита мой? Вон он, нихуя он где был. Дружбан, мой паблик. Что ж ты от меня так убежал?
Пошли! Каков план действий? Пойти на пролом. Тогда я обойду с фланга. Ну и жарище. Ага. А, сверху! Чка! Серьезно? Опять? Не сидится нам на месте. Давай, пробка! Да! Блестяще. Легкотня. Поводов для беспокойства нет. Я устал, как собака. Пора как следует отдохнуть. Спасибо. Пиши, блядь. Я что-то своего чекапита не вижу. Вон он. Легковато он убежал. Вперед! Окей. Давай, пробка! Я справлюсь! Как собака. Так, чекапида моя опять куда-то, да? Ты заебал, что ты так убегаешь? Я что, к тебе плохо отношусь? Пали! Магитех двигатель! Совсем близко! Да ты... Заебали, вам волю дай. Может, отдохнем? До встречи. Ну, неплохо. Я вам все расскажу об этой местности. Выбирайте. Проголодаетесь, заходите. Так, что там за заданием? Горная лиха.
что-нибудь грандиозное. Боководный монстр. А ладно, ладно. Горнолихо. Отдохну и буду закругляться, потому что время уже. Ну, вот, ну что, ты готов сразиться? Королевского рыцаря? Готов. В таком случае я с тобой. Так, ну и там все, давай счастливо.